Залазь, залазь, залазь. Да. Да. Сколько ваши? Ой, 3-4 сантиметра. А, на год старше. Наши 2,10. Наша мелкая. Я понял, так девочки. Они, когда девочки... Сейчас мы поснимаем, и потом еще диском вам перешлем. Думаю, интересно будет. Красота, что она так перешла. Не-не, мы на диск сбросим. Он вылетел. Снайпер. Давай, бегом. Фотоаппарат же с камерой. Бежи. Нет, это камера. Нет, это фотоаппарат, но камера хорошая. Камера хорошая. У нас был олень, он, по-моему, замутнел экран. Никто его не берет в течение. Не любят эти проекты. Говорят, новый покупать. Нет, тут японец, тут с Канады привезли, просто подарок сделали. А, конечно, у нас, я думаю, Китай. Да, да, они просто разные, они разные, да. Почему? Потому что есть моменты, где просто продукция именно пользуется спросом, потому что в Украине мы разговаривали, что купить что-то хорошее. Мы заказываем даже просто, просто мы его не покупали, нам подарок сделали, просто человек свой отдал. Да, поняли? Все равно качество. Да. Осторожно, не наедь. А ты познакомься, как девочку зовут? Как тебя зовут? Люба. Люба? Эмилия. Ух ты, какие имена, да, да. Интересные. Да. Да, Люба, да? Люба. Молодец. Люба на... Люба на моего брата похож. Да. На меньшего, да. Но мы тоже все просто светленькие, поэтому... Ага. Да. Молодец, спускайся. Давай. Монголо-татары по крови не побегали, потом все светленькие. Вы знаете, кстати, у нас тоже действительно как раз получается, что хоть действительно, хоть дети симпатичные. Не, приятно, алло. Приятно. Почему? Потому что... Алло. Все, мы возле 42-го на концерт. Все. Да. У меня муж потемнее, а потом все светлее.